Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите передачу «Наши талантливые дети», и сегодня вы узнаете о воспитанниках Центра детского и юношеского творчества, занимающихся в кружках кройки и шитья и вокальной студии «Вдохновение». Практически все люди любят петь, ведь это дает выход эмоциям и значительно поднимает настроение. Особенно это правило применимо к детям. Пение – наиболее распространенный и самый доступный для них вид искусства, ведь певческий инструмент всегда при себе. В Центре детского и юношеского творчества Ульвия Абдурахманова преподает детям основы вокального мастерства, учит владеть своим голосом. Воспитанники на уроках учатся ставить голос, изучают пение в эстрадной манере. Руководитель кружка «Вдохновение» рассказывает, что дети могут здесь заниматься с 4-5 лет. Это младшая группа. Есть еще средняя и старшая, которая объединяет детей возраста 7-12 лет. Вначале воспитанники занимаются в хоровом кружке «Веселка». Наиболее одаренные продолжают свое обучение в школе вокала «Восторг». Дети, которые индивидуально уже раскрылись, которые выделились своей яркостью, своим, скажите мне, своей харизмочкой, они потом начинают заниматься индивидуально, то есть сольными занятиями, переходят плавно в ансамбль, школу вокала «Восторг». И радуют всех жителей, и не только. Одной из таких учениц является Виктория Бурленко, которая занимается вокалом не так уж давно, всего 4 года. С 6 лет я услышала, как поют маленькие дети, и мне очень захотелось попробовать свои силы. И меня привела сюда мама, услышав, как я пою. Я исполняю разные песни на русском, украинском языках. Сначала занималась в ансамбле, теперь занимаюсь и сольной программой. Девочка прекрасно понимает, что для достижения своей цели ей необходимо заниматься систематически. Регулярность занятий важна также потому, что как в спорте, так и в пении невозможно достичь значительных результатов без постоянной тренировки. Я бы хотела выступать на сцене, хотела бы продолжать заниматься вокалом. На занятиях дети учатся петь сольно или в ансамбле, под музыкальную фонограмму с микрофоном, ставят концертные номера, где объединяются вокальное исполнение и танцевальные движения. Воспитанники Дома творчества участвуют в городском конкурсе «Живые родники», становятся призерами в международном конкурсе вокалистов имени Богатикова и других. Всем рекомендую туда съездить, начинающим вокалистам, там, что преподаватели, что самооценка конкурса великолепная. Он бесплатный. И даже можно заработать призы. Цель Ульвии Абдурахмановой не только воспитывать профессионалов, но и позволить каждому ребенку музыкально развиваться и совершенствоваться. Дети без музыкального образования. Сначала приходят, неважно, желание, с большим желанием пришли, а потом они развиваются и раскрываются. Все, буквально все, даже Мишка, который проходил рядом, потом это все развивается, и координация голоса со слухом, все становится на место, и мы радуем вас потом на всех концертах, на всех наших площадках города. Преподаватели с уверенностью говорят, что учиться петь стоит всем детям, даже если ребенок не собирается заниматься вокалом профессионально. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда, это правда, а не ерунда. Даже рыбку из пруда не достанешь без труда, просто без труда сегодня никуда. Казалось бы, ничего в этом сложного нет. Берешь ткань, вырезаешь квадраты, сшиваешь, и получается то, что ты задумал, одеяло или подушка. Но это только кажется на первый взгляд. А попробуй сделать такую работу, не у каждого взрослого терпения хватит. Руководитель кружка кройки и шитья Любовь Яровая рассказывает, что эта техника называется пэтчер. Это вид рукоделия, при котором сшивается изделие из разноцветных кусочков ткани. Оля Хуторова вместе со своими одноклассниками делала эту работу несколько месяцев. Она состоит из 38 квадратов. Девочка занимается профессионально волейболом, и ей удается находить время на все свои увлечения. Она прекрасно понимает, что умение шить ей очень пригодится в жизни. Сложность в том, что было сложно вырезать квадратики.
разных расцветок и подбирать по цвету, как оно гармонирует, какие цвета с какими гармонируют. Времени ушло на это около 3 месяцев. Ирина Фоменко занимается в кружке с 5 класса. Ее работа «Черно-белые коты», которую она выполнила со своей одноклассницей, заняла 1 место на конкурсе «Лоскутная мозаика». Девочка, кроме этого, увлекается биологией и экологией. Я занимаюсь в этом кружке с 5 класса. Мы сюда ходим почти полным нашим классом. Здесь большинство моих друзей. На уроках, на занятиях мы разрабатываем разные эскизы, ну, вот таких вот работ. В прошлом году моя работа и моя одноклассница, эта работа заняла 1 место в конкурсе. Мы как бы сейчас разрабатываем новый эскиз новой работы, которая будет тоже представлена на выставке будущей, которая будет весной проходить. В этом году я буду ее делать сама. Младшая группа занимается изделиями декоративно-прикладного направления. Шьют прихватки, игольницы. Кроме всего прочего, на занятиях дети учатся шить одежду для братьев наших меньших – собак и кошек. Полина Тюнина занимается в кружке сравнительно недавно и еще только учится основам шитья. Еще одна группа занимается креативной модой и шьет изделия из нетрадиционных материалов и затем организовывает выставки в городе. На занятиях девочки получают знания о тканях и прочих швейных материалах. Эти сведения помогут детям правильно изготавливать одежду, предметы домашнего хозяйства, модные дополнения и аксессуары к одежде. А что это дает в жизни? Потом девчонки будут со вкусом одеваться, будут воспитывать своих детей не в плохом смысле, а будут трудолюбие их учить. Ну и я думаю, что занятие на кружке пригодится. Работа кружка не ограничивается только шитьем. Дети могут писать работы, представлять их ман, что в будущем может им помочь найти свою дорогу в жизни. По словам руководителя, выпускники кружка становятся дизайнерами одежды, интерьера, технологами швейного производства, историками. Любовь Яровая считает, что навыки, приобретенные на занятиях кружка, пригодятся не только на уроках в школе. Увлечение шить помогло некоторым воспитанникам найти себя в жизни и выбрать свою будущую профессию. Кружок – это хобби для большинства из наших воспитанников, потому что выходят из стен нашего кружка наши выпускники, они, кроме того, что они научились шить, они еще занимаются исследовательской работой, научно-исследовательской работой. Некоторые старшеклассники наши разрабатывали такие темы для Малой Академии Наук нашей республиканской, вот, например, тема «Одежда скифов». И было очень приятно, когда наши воспитанники, выступая на Малой Академии наук в городе Симферополе, минуя кандидата в члены Малой Академии, сразу получили кандидата в Малой Академии наук, и их высоко оценили. И девочка, например, которая занимается этим, это Гузенко Ольга, сейчас является студенткой 1 курса исторического факультета. То есть она шила, она занималась научной работой, но тем не менее она поступила на исторический факультет, потому что исследовала эту одежду. Получилось, что кружок дал ей путевку в жизнь, направил. Не обязательно шить, можно быть историком и исследовать историю. Интересно, что работы воспитанников кружка получают 1 места на конкурсах. И особенно приятно, что теперь некоторые из них можно увидеть в музее Киева. Мы участвуем в конкурсе «Лоскутная мозаика». И если вспомнить, ну, 4 года назад был конкурс республиканский, затем наши работы отправили на Украину, и мы заняли по лоскутной технике 1 место. Казалось бы, да, Украина большая, великая страна, но наши Саки, маленький, небольшой город, и такой скромный кружок руки шитья занял 1 место, и наши 2 работы, это «Казаки едут за солью» и «На Ивана на Купала», сейчас находятся в Каневе, в музее Шевченко. Кто будет, пожалуйста, посетите, и будет очень приятно, что вы увидите работу наших воспитанниц. Несомненно, огромная заслуга в этом у педагогов Центра детского и юношеского творчества, которые всячески стараются пробудить интерес детей к творчеству, развивать в них трудолюбие. В этом они видят свою главную задачу. Наши Саки славятся вот именно талантливыми детьми. И говорят, у вас там, наверное, другое какое-то, другая страна, какая-то аура другая, что ли. А оказывается, наши дети просто-напросто трудолюбивы.
трудолюбивые, активные, ну, пытаются найти свое место в жизни.